Командир Орды Демонов. Аски Джигурда. А костюмчик тебе великоват. Я-то думал, у тебя вкус получше. Ушел. Как же это все эпично смотрится, ну серьезно. июня, 11:02. Нера, наша последняя надежда. Оказался совершенно бесполезен. Ви, уводи Нейра! Дурацкая была идея! Уйди, Нейра! Только путаешься под ногами! 16 мая 2037, месяц назад. Это я-то путаюсь под ногами? Вот урод! Никуда я не пойду! Вот она, сила. Дьявольский меч Спарта больше не имеет значения. В моих замыслах уготовано место и для вас обеих. Отныне ваше существование будет питать мои силы. Блаженны те, кто служит столь высокой цели. Ладно, передохнули и будет. Эта работа не для мальчиков, а для мужчин. Эй, постой. Я еще не все сказал. Так, отдохни пока, малыш. Кстати, похоже, за мной должок. Хэйоу, ребята, всем привет, с вами Ганс, и мы с тобой продолжаем проходить Devil May Cry 5. Странно, Ви как будто сыпется на куски, возможно, у него заканчивается энергия, реально он может подохнуть в итоге. Также, я думал, сейчас будет все-таки эпичная битва с боссом, типа раунд 3, но нам ее не дали. И теперь понятно также, как этот главный демон как раз заполучил Триш. Ну да, долго ты спал, месяц-то, прикинь, поспать. Триш и... как ее? И Леди. Как он их заполучил. Соответственно, значит, с Триш мы еще столкнемся. Да ладно, как ты попал-то? Я же сзади был. Ну ты серьезно, что ли? Давай, 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 добивай. Рыгай. Да что ж с тобой такое-то? Давай, 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 давай. Ну. Вот так и вот так. Они, получается, их станут. Потому что вон какая штука получается. Отлично. Давай, 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 давай. А чё комбо-то не растет, я не понял. Я ж для кого стараюсь-то? Стиль, слышь? Оборзевший Харя. Ладно, неплохо. Раз. Так вот, на самом деле у меня сейчас много мыслей в голове насчет сюжета. Я даже сейчас, наверное, их даже и не сформулирую. Поэтому просто бежим дальше и наслаждаемся игрой. И все видим в процессе. Но то, что игрушка начинает набирать обороты, это действительно заметно. Это все благодаря Данте. Данте просто великолепен. Стоп.
Нет, показалось. Я думал, сломать можно. Оказалось, нет. Опа. Ну, давайте, показывайте. Типа, корни надо сломать, но это ж мы знаем. Давай ломать. Оп, оп. Понадавали по яйцам, корням. Ломайся. Ну, это предсказуемо. Давай, 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 побежали. Я хочу увидеть, что будет дальше. Мне сейчас очень интересен сюжет. Так, стоп, здесь есть что-то наверху? Нет, нету. Хлоп-хлоп-хлоп. Здесь тоже. Здесь тоже. Ладно, все, наверх. Ну, салютики. С кем драться? Показывайте. Привет. Оп, оп. О, попал. Ладно. Не успел прыжок нажать. И все. Давай, вылезай порезче, пока комбинация не упала. О, другое дело. Привет, ребята, вас надо побыстрее атаковать, чтобы ваши панцири поломать. Наверх. Прыгай. Блин, не успел. Давай, давай. Во, уничтожили одного. И этого тоже. А, не успел, падла. Вот я по ним реально не могу определить, когда от них уворачиваться. Они очень шустрые. Иди сюда. Присандалился. Вот тот уже. Вот так-то. Иди ко мне, сладенький. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Щи готовы. Присаживайтесь обедать. Ну, почти 4000, кстати, набрали. Очков стиля. Неплохо. Тихо, не падай. Я думал, я сейчас упаду. Ну, судя по тому, как, на самом деле, как он любит релакс, это на это особо не похоже. Так, там тоже нет ничего. Да, здесь, кстати, с секретами как-то реально их то ли я не замечаю, то ли еще что-то. Даже, допустим, если вспоминать самое начало игры, да? Там были же вот эти иероглифы, которые складываешь. Давай, давай. Оп. Сейчас стена? Да. Я бы даже сказал, не стена. А четверть дома уехала. Так, там еще один кусок. Ну-ка, а что здесь сверху осталось? Стоп. О, привет, друг. Куда побежал? Куда побежал, малыш? Иди-ка. Вот им легко его задалбливать, серьезно. Оп-о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 п. Все, не, комбо уже не набивается. Так, а я здесь-то внизу смогу спуститься? Вроде бы да, но я не хочу, подождите-ка. Потому что можно пока сюда пройти. А, это просто проход, все. А здесь? Вот чуть-чуть. Давай, 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 задалбливай. Оп, оп. О, красота. И потух. Красивенько. Вот это ладно, считается за потайнушку. Я согласен. Так, здесь нет ничего. Но здесь корень должен разбиться. Вот он. Сальтушечки. Давай ниже. Еще один корень. А, нет, все, мы сейчас в это здание как раз и попадем. Но сейчас на нас кто-то нападет.
Сейчас было прикольно бы, если кто-то напал бы прям с ноги, знаешь, вот этот стол кому-нибудь в харю прям хлоп. А здесь? Ну прям целый погром, это Тетрис. Это универсальный Тетрис будущего. Опа. Окей. Значит, проход туда, проход... Проход сюда. Ну, мне сейчас просто так это не дадут взять, да? Не, дают. Давайте, увеличивайте мое здоровье. Отлично. Я же сказал. Салют. О, танцоры, да? Танцорик. Подожди-ка. Ну-ка, переключись на... Переключись, во. Давай, добивай его. Добей, во, упади. Танцор, иди сюда. Погоди, во, добей. Давай. И вот так. Хлоп, живой еще. Давай, доставаш. Да, до тройного. Допер я. Красиво. И сколько очков стиля? 4,5. Значит, когда ты доходишь до... Если ты долгое время находишься в 2S или в 1S, то, соответственно, когда ты доходишь до тройного, тебе гораздо проще... Ой, погоди ты. Дойти до 4, до 5 тысяч очков. Соответственно, это скажется потом на финальном... На финальной оценке уровня всего. Так, а здесь что? Типа выйти наружу? А зачем? Я не помню прикол, зачем сюда возвращаться. А, вот, типа проход поверху теперь. Открыт. Все ясно. Да, привет. Сладкий. Оп. А, вот оно теперь как проще работает. Тихо, не дал мне сделать комбо, зараза. Помешал мне этакий придурок. Тихо, наверх. Вот тот он. Где он? Все, что ли? Видимо, все. Да не, вроде музыка играет. А, тут корни. А, тихо. Ко... Фига он загнулся. Ты так умеешь? Да, конечно. Ага. Пока. Так, здесь больше нет ничего. Не, Данте все-таки мой любимчик. 100%. А ты кто? Опять 4000 набрали. Типа не заходить за эту полоску? А если зайду? Ага, понятно. Командир Орды Демонов, Адский Джигурда. Ну что, Адский Джигурда, погнали? Оп. Да погоди ты. А, не успел. Можно было его критануть. Да ладно. Умеешь драться. Я это вижу. Да что ты. Ха-ха, получил по щам. Где твоя харя? Ну куда ты делся-то? Вот тот уже. Давай. Раз, два, и готово. Ребята, а вы, ну, щуся-то, что с вами поделаешь? Пока. Все просто, изи. Когда у тебя есть хорошее, классное оружие.
и классный мощный мувсет. Так, здесь вроде все, да? Нет ничего. Да, ничего не подберешь. Даже стабильника 4000 начала по очкам выходить. Значит, пора до 5 подниматься. Ну да, так и есть. Что-то здесь щупальца какие-то. Ой, погодите-ка. Поменяй. Во. Вот так. Наверх. Наверх. Dancing, dancing. That's gonna collapse. Да не сломается. Блин, не успел, не ту кнопку нажал. Конечно. Давай, давай, ломаем, ломаем, ломаем. Во, пока. Так, ну-ка, Феникс, иди сюда. Феникс. Ба! Тихо. Я уже забыл, что у него на другую кнопку комбинация обычно идет. Добей! Да не того, блин, Данте! Переключись вот на этого. Вот, 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 да, молодец. Нет, 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 нет. Во, попал. Вот тот уже. Давай, давай, давай. Сейчас и с тобой разберемся, друг. Оп, 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 оп. Наверх. Подбрось его. Подбрось наверх. Наверх. Блин, уже сдох. Давай, 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 давай. Вставай, 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 ну. Тот уже. И все? Не, еще один. Привет, друг. Еще раз. Я сказал еще раз. Там уже птичка летает, я вижу. Ага. Давай ее сначала туда завалим. Ой, где я? Достань, 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 достань. Во, достал. Отлично. Тихо. Ну, до противника, конечно, Данте сложнее добираться. У Нейра проще, так что ты взял и притянулся. Давай, взрывайся там. Во, того зацепил. Ха, красиво. Прыгай. Да и прыгнешь, я же тебе сказал. Ага, конечно. В ответочку. Еще раз. Давай, давай, давай. Оп. Уворот! Блин, надо научиться уворачиваться вот как раз во время комбо. То есть в плане не на кнопку уворота, а вот когда он рывок делает. Это что же уворот, по сути? Давай. Ну, конечно. Давай, давай, иди сюда. Во, все. Он готовенький. И сразу комбо пошло вверх. Расплющили ему голову, ну до эсочки, правда, не добежали. Но я думаю, все равно по очкам должно выйти нормально. Да, нормально, я же говорю. Так что бой был долгий. Гоу. Это я заберу. Должна сейчас тоже, наверное, увеличиться. Это, наверное, последняя, четвертая. Да, это четвертая. Окей, босс. Так, здесь нам вниз, да, как я понимаю? Да ладно, дом падает, все что ли? Или он теперь спустился вниз, чтобы нам в другое место пройти? Скорее всего так, но здесь я увидел еще одну плюшечку классную, вот эту. Так, дорога вон туда, дорога куда еще? Вот сюда. Окей. Блин, я весь на эмоциях, мне нравится реально, очень нравится. Пока оружие можно, в принципе, поменять. Так сделать. Да, это мы упали бы как раз бы в эту сторону, как раз дом сюда и провалился. Но сон был очень здоровый, я бы даже сказал. Ну что, давай драться. Да-да, не успеешь.
Я побыстрее. До свидания. И жизнь еще дали. Красота. Ой. Сейчас прокачаемся немножко как раз. Прокачаемся. Оп, немного наушники я поправлю. А то что-то прямо они у меня выпадают в последнее время. Так, нет. Ну-ка, дайте мне балрога. Или балрог. Угу. Да, давай его возьмем. Пускай будет наш прыжок теперь огненный. И зажигание 4. Самая мощная версия зажигания значительно увеличит время действия эффектов. Угу. Но вуму вкачаем тогда потом. А сейчас посмотрим еще раз способности. Прыжок от врага пока не нужен. Блин, офигеть, все это какое дорогое. Заряженный выстрел. Эбони и Эйвори. Эйвори, точнее. Ну, давай, пускай будут. Более мощный выстрел, почему бы нет? Пускай сразу и вторую фазу прокачаем. Вот третью я трогать не буду. И этому также вкачаем. И это тоже. Так, обманщик. Пускай тоже будет. Давай, давай, да, выбирай. Красавчик. Также стрелка вкачаем. И также вкачаем гвардейца. Там еще какие-то шкалы у этого гвардейца есть. Даже интересно стало. Надо сейчас будет попробовать, кстати. Так, и не попробовали, я забыл. Забыл про, про блокирующий стиль. Это вот, вот этот, который. Хоп-хоп-хоп. Сейчас, может, кому-нибудь по щам-то и мы треснем. Посмотрим. Ну-ка, куда дальше? А, вот, вижу. Залезь, пожалуйста. Ну, сейчас, наверное, боссе адский. А мы же здесь дрались с этим. Батей. Клеща. Полюбался-то он. Точнее, то место. А, все? Ну, как видишь. Ну, я думаю, не. Сейчас кто-то тогда вылезет. Хорош. Ой, тот самый всадник. Сегодня что, Хэллоуин? Спарда. А костюмчик тебе великоват. Я-то думал, у тебя вкус получше. Может, укоротить немножко? Электрический темный рыцарь. Кавальери Анжело. Кстати, я вспомнил его... Да ё-моё. Я вспомнил его лошадь. Она была, кажется, в четвертой части с колесницей. Оу. Да что ты? Какой ты шустрый, слышь? Давай меняем. Стоп. Да, смотри, атака не проходит. Ну-ка еще раз. Да, реально держится. И там прям какие-то фазы. Вон, третья фаза. Четвертая фаза. И что она в итоге мне сделает? Давай посмотрим. А что она делает, я так и не понял. А, типа ее потом контратакуешь. Я понял. Типа копишь. О, пробил, да ладно. Короче, ее можно копить, а потом ею контратаковать. Ладно, меняем на мой любимый. До свидания. Я сказал до свидания. Знает свое место, понял, тварь? Ну ты никчемный, слышь? Я же знаю. Так, ладно. Новая фаза, что ли, тебя поперла, друг? Давай порезче, порезче, порезче. Давай, 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 не дадим ему этого сделать. Нет, все-таки он это сделал. Я думал, можно это сбить атаку. А куда ты попёрта? Куда? Куда? Во, я же сказал, я возьму твою атаку. Возьму твою атаку, сказал. Падла, не взял. А, да, все-таки здесь есть парирование. Во время атаки, когда
атакуешь, парирование проходит хорошо. Давай. Давай. Проходи по атаке. Во, красиво. По щам. Ушел. Давай. Оп. Успею? Нет, не успею. Валим. Я пока жизнь пойду возьму. Привет, дружище. Конечно. Пока, щусенок. Скоро ты будешь умирать, я тебе отвечаю. Да тихо ты. Я тебе сказал, ты будешь умирать, а не я. Ушел. Как же это все эпично смотрится, ну серьезно. Я его оглушил. Тихо. Давай, проводи свою атаку мощную. Ой! Молния, все бьет и бьет. Погоди. Обратно, я тебе сказал. Сбежал, падла. А мы когда, пока восстановимся. Сдохни, тебе сказал, падла. Вот так. Красиво, как это все эпично выглядит. Круто. Просто нет слов. Какие краски, какая динамика. Опа-на. Это она и есть. Как ее, Триш? Хорош. Демонский мотик теперь у нас будет. Было бы классно, если им можно будет драться. Ого, кажется, укоротил чуть больше, чем надо. Ты как? Бывало и лучше. Опять цензура. Данте, это демон. Даже не думай, отдыхай. Данте! Пригляди за Триш. Данте, стой! Нашел, кому оставить голую девчонку. 15 июня, 11:40. Данте уехал. Да. И я не думаю, что он может победить. Что это был за демон, Ви? Откуда он взялся? Уризен не демон. Это я точно знаю, потому что сама из подземного мира. Боже мой. Что же ты такое? Неважно. Я лишь тень себя прежнего, ибо я потерял все. Я расскажу тебе историю моего рождения. А нам рассказать? Нам тоже как бы интересно. Эсочка, красота. Блин, круто. Ты видел этот бой? Сколько было парирований этих атак раз за разом. Или он меня в итоге ударил. Один раз, кажется, такое было в этот момент. Остальные разы я его пробивал. Но это просто нереально, это очень круто. Это очень красиво, динамично. Пиши обязательно комментарий.
А сейчас хочу поблагодарить всех, кто поддержит мой канал. Ссылочка на плейлисты по ВКонтакте, как всегда, в описании. Подписывайся и не забудь поставить свой сочный лайк. А также рассказывай своим друзьям и жмякай на колокольчик, чтобы знать о выходе новых серий самым первым. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. Пока-пока. All right.